Очередной выпуск новостей на 24KZ в студии Патагоса Аркулова. Здравствуйте. Президент сегодня в Аккорде принял спикера парламента Сингапура. Стороны обсудили сотрудничество между странами. Как отметил глава нашего государства, сегодня в Казахстане действует более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий. При этом общий объем инвестиций в экономику нашей страны составил уже почти 1,5 миллиарда долларов. В свою очередь, Ся Кьяньпен отметил имеющийся огромный потенциал для углубления сотрудничества. Особое внимание собеседники уделили перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия. Также президент обсудил со спикером вопросы региональной и международной повестки. А ранее Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Саудовской Аравии по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между странами. Сегодня королевство – один из главных политических партнеров Казахстана не только в Ближневосточном регионе, но и в арабском мире. Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество между государствами продолжит развиваться и впредь. Касым-Жомарт Токаев пожелал королю благополучия и долголетия, а братскому народу – счастья и процветания. Далее наш эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций. Ельдана, приветствую вам, слово. Спасибо, Ботагөз. Кайырлы күн, құрметті көрермен. Республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Добрый день, уважаемые телезрители. Республиканский информационный штаб продолжает свою работу в прямом эфире о ситуации по паводкам в стране. Дәл қазір су тасқынына қарсы кезеңде қабылданған шаралар туралы білеміз. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Наурызбаев Арман, Шығыс Қазақстан облысы, төтенше жағдайлар департаменті, төтенше жағдайлардың алдын алу бөлімінің бастығы. Жұмағазиев Руслан Тимурұлы, Атырау облысы әкімінің баспасөз хатшысы. Жүсіпова Алма Аутенқызы, Қостанай облысы әкімдігінің қаржы басқармасы басшысының орынбасары. Алғашқы сөз кезегі Арман Мырза өзіңізге беріледі. Здравствуйте, добрый день. На данный момент по Восточно-Казахстанской области площадь покрытия снега составляет 22%. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Для своевременной оценки паводковой ситуации постоянно проводится аэровизуальный мониторинг. Созданные мобильными группами круглосуточно ведется наблюдение по опасных участках. Запланированные местные исполнительные органы, органами планы работ по прохождению проведению превентивных мер для прохождения паводковой ситуации были выполнены 100%. Уровень всех рек находится ниже критического уровня. В области действует оперативный штаб для принятия своевременного решения, и силы и средства были переведены на боевую готовность 1 февраля. Паводка обстановка находится под постоянным наблюдением и контролем. Все, спасибо. Рахмет, Арман Мырза. Келесі сөз кезегі Руслан Тимурұлына беріледі. Руслан Мырза, Атырау облысындағы жағдай қалай болып жатыр? Саламатсыз ба, құрметті әріптестер. Касательно Жилойского района и города Кульсары продолжаются работы по откачке воды. На сегодняшний день объем откачанной воды составляет 2,8 миллионов кубических метров воды. За последние сутки к электричеству подключено 56 домов и 4 объекта предпринимательства и газоснабжению 92 дома. Продолжаются работы регистрации заявок по возмещению стоимости погибших от паводков сельскохозяйственных животных. За последние 4 дня было принято от жителей крестьянских хозяйств 74 заявления. По состоянию на 29 апреля принято 3878 заявлений, 3600 пострадавших семьям оказана единовременная материальная помощь. Также местным исполнительным органам в лице Акимата ведется регистрация жителей по отсрочке кредитов. По сегодняшний день было зарегистрировано 2395 человек, которые в дальнейшем будут переданы в банки второго уровня для отсрочки. Что касается комиссии по оценке возмущения ущерба, на данный момент принято 2692 заявления. Проведено техническое обследование более 600 домов. Касательно реки Жаик, которая проходит на территории Атырауской области, по гидрологическим данным на сегодня на 8 утра, река Жаик в поселке Ундирыбор увеличилась на 25 сантиметров. Общий объем паводка составляет 470 сантиметров при пике 845 сантиметров. В поселке Мехамбет плюс 10 сантиметров. На данный момент уровень 764 сантиметра, опасный уровень 850. И в городе Атырау
Отметка составляет 446 сантиметров. Уровень за сутки поднялся на 4 сантиметра. В этой связи продолжаются противопаводковые мероприятия, которые завершены на 97,5%. На данный момент построено 510 километров берегоукрепительных дамб при плане 523 километра. Работы продолжаются. Работал задействовано 12 500 человек и более 1200 единиц техники. У меня все. Спасибо за внимание. Рахмет, Руслан Мырза. Келесі сөз кезегі Алма ханым өзіңізге беріледі. Саламатсыз ба, құрметті әріптестер, здравствуйте. На сегодняшний день у нас по Кустанайской области миновал пик паводков, вода отошла, ситуация стабилизировалась полностью, поэтому сейчас у нас активно проводится работа по подсчету и возмещению ущерба. На сегодняшний день в комиссии у нас поступило 2439 заявлений. Значит, местными исполнительными органами проводится активная работа по выплатам. Значит, на эти цели выделено порядка 5 миллиардов тенге из местного бюджета. Значит, что касается денег этих, они будут направлены и уже используются в первую очередь на социальные выплаты, потом на возмещение ущерба пострадавшим от паводка, а также на восстановление автомобильных дорог и электроснабжение в сельских населенных пунктах. Кроме собственных средств местного бюджета, дополнительно было выделено нам из резерва правительства 405 миллионов тенге, которые уже полностью освоены, приобретены 31 квартира в городе Аркалык. Это для пострадавших жителей в южных регионах. Всего, значит, у нас обследовано более 1100 домов, из них порядка 700 домов подлежат восстановлению, им будет выплачена компенсация и проведены ремонты. По тем домам, которые не подлежат восстановлению, их у нас насчитывается 378 на сегодняшний день, будет предоставлено жилье из коммунального жилого фонда путем выкупа у частного сектора. Значит, у нас уже эта работа также активно начата, 31 квартира, как я сказала, выше уже приобретена за счет средств резерва, и готовятся документы дополнительно еще на 30 квартир, которые будут предоставлены для пострадавших из Кустанайского района. По данным ветеринарной службы, значит, у нас падеж составил порядка 981 голова, из них 806 голов уже оплачены, ущербы на сумму 161 миллион тенге. Хочу отметить, что вот наша область тоже в числе одной из первых начала выплаты по скоту. Что касается по единовременной социальной помощи, то уже выплачено по 1915 заявлениям 739 миллионов тенге. И работа по приему у нас продолжается, по приему заявлений. Что необходимо отметить, значит, с прошлой недели у нас уже начата работа по выплате гражданам за пострадавшие, значит, товаро-материальные ценности. Сюда входит бытовая техника, мебель и прочие движимое имущество. У нас первые выплаты пошли по 20 с лишним заявлениям, выплачено 7,5 миллионов тенге. И эта работа у нас продолжается. Касательно возмещения ущерба по дачам, у нас также проводится большая работа. 2900 дач у нас уже обследованы, и по ним в соответствии с тем порядком, который определило правительство, также будут выплачены, значит, на возмещение ущерба по механизму за счет единовременной помощи по социальным выплатам. Необходимо отметить, что ни одно заявление у нас долго не рассматривается, все своевременно, и положенную законом компенсацию все получат в необходимом объеме. Спасибо. Рахмет, Алма ханым. Құрметті көрермен, су тасқынына қарсы кезеңде қабылданған шаралар туралы соңғы ақпараттар легі осындай. Ал бізде әзірге осы, алдағы уақытта соңғы ақпараттармен тікелей эфирде қайта жүздескенше. Спасибо, Эльдана. Напомню, вы смотрели брифинг службы центральных коммуникаций.